чем заменить суслика на газоне или какие декоративные элементы стоит использовать в современном стильном ландшафтном саду. Ребят, все суслики, ежики, грибочки, различные гномики, которые стоят у вас под елочкой, это совершенно не в тренде. Это просто удел бабушкиных огородов. Поэтому лучшее, что вы можете с ними сделать, это собрать их в кучку и подарить детскому садику. В современных садах используются совершенно другие малоархитектурные формы. И вот три трендовых из них. Первое. Вы можете использовать очень классные современные фонари в виде малых архитектурных форм. Это может быть какой-нибудь там пень светящийся, какие-то, например, светящиеся колоски. Это смотрится очень трендово и очень современно. Второе. Можно использовать водоемы правильных архитектурных форм, даже классно, если их будет несколько небольших. Это смотрится даже не как водоем, а просто как зеркало воды, где отражается ваш сад. Это тоже очень классно и трендово смотрится. Также очень здорово смотрятся всякие малые архитектурные формы в таком стиле абстракционизма. То есть это может быть какой-то такой абстрактный элемент из металла или из архитектурного бетона, или может быть из какого-то еще современного инертного материала. Смотрится очень здорово и будет притягивать внимание. Поэтому, если вы хотите использовать в саду малые архитектурные формы, используйте трендовые формы, которые сейчас есть. Их сейчас, поверьте, очень много. А какие малоархитектурные есть в вашем саду? Пишите в комментариях под этим видео. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока, увидимся!